Здравствуйте! В эфире новости на Четвертом канале. Сегодня в рамках решения проблемы мирового терроризма президент Российской Федерации встретился с канцлером Германии. На встрече обсуждались вопросы о новой степени защиты и охраны населения. А теперь главная новость дня. Сегодня вся страна празднует знаменательное событие – ваш день рождения. Дорогая вы наша! Мы поздравляем вас и желаем быть счастливой, никогда не болеть и даже в дни ненасти радовать окружающих своей лучезарной улыбкой. А теперь по просьбе ваших близких прозвучит композиция, записанная специально для вас. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.